На мастер-класс Видновскую школу искусств мог попасть любой желающий. Большинство тех ребят, кто пришел на мастер-класс, уже учатся по классу ударных. Лиза Попелышева в школе занимается третий год. Это вторая ее встреча с Андреем Зубовым. Первая состоялась в январе 2018-го. Тогда он посвятил девочке 2 часа. Сегодня, как сказала Лизина мама, предстояло доказать, что это время прошло не напрасно. У нее характер мужской. Она по характеру больше похожа на мальчика, чем на девочку. Она сама выбрала ударные, мы ходили на танцы до этого, она сбегала с танцев и убегала в кабинет к Рафаэлю Завеновичу. А потом сказала, я не буду больше ходить на эти танцы, отведи меня к этому дяде учиться. Андрей Зубов внимательно слушал игру Лизы и отметил у девочки явные успехи. Ты соблюдаешь нюансы, ну, почти все, да? И то, что когда крещендо, да, увеличивается амплитуда, это, поверьте, редкий вообще момент, но это правильный момент. Каждую нотку, каждую ошибку мастер разбирает подетально, ведь на самом деле в музыке, особенно в игре на ксилофоне, неверные звуки четко слышны. Это очень важно всегда анализировать, потому что задача преподавателя, чтобы ребенок анализировал, что у него не получается и почему. Потому что задача преподавателя, как я ее вижу, еще также заключается в том, чтобы научить работать. За 2018 год в Видновской школе искусств было проведено более 20 различных мастер-классов. Большие музыканты, среди которых лауреаты не только российских, но и международных конкурсов, помогали юным музыкантам добиться больших результатов в техническом плане, делились своим опытом. Нам очень приятно, что эти мастер-классы проходят на нашей базе, потому что это дает определенный стимул для наших учащихся к совершенствованию своего профессионального мастерства, а педагогам для совершенствования педагогического мастерства. И именно эти проекты помогают им достичь определенных результатов. Проект «Юрий Башмет. Молодым дарованием России» реализуется в нашей стране с 2013 года. А благодаря поддержке губернатора Московской области, министра культуры региона, а также главы Ленинского района, он действует и в Видновской детской школе искусств. В следующем году проект продолжится, а значит, ученики нашей школы смогут иметь возможность учиться у маститых музыкантов. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.